Председатель Совета депутатов Одинцовского округа, член фракции «Единая Россия» Татьяна Одинцова посетила детский оздоровительный лагерь «Алмаз» в Рузе. Сейчас в первую смену здесь отдыхают 30 детей из нашего муниципалитета. Ребята живут в благоустроенных корпусах, кормят их 5 раз в день по 10-дневному меню, утвержденному Роспотребнадзором. Также для них проводят множество спортивных мероприятий и мастер-классов.